Выставка «Святыни земли Кубанской», открывшаяся в историко-археологическом музее имени Фелицина, не просто обычная экспозиция старинных икон. Это святыни, которым веками поклонялись наши предки. Это вера и душа православного народа. В этот день, когда открывается такая замечательная экспозиция «Святыни Кубани», попадаешь как бы в такой духовный, благословенный мир, где вокруг на тебя взирают образы Спасителя мира и Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, лики святых угодников Божьих. И самое главное, при входе будет встречать удивительное приветствие, которое мы будем, Бог даст, очень скоро приветствовать друг друга. Христос воскресе! Я думаю, если посетители этой выставки вынесут это самое главное после посещения музея, я думаю, что они смогут питать свою бессмертную душу всю оставшуюся жизнь. Большинство экспонатов выставки – это станичные иконы, так называемой кубанской школы иконописи, которая просуществовала на землях Черноморского, а затем у кубанского войска более 100 лет. Иконы были переданы музею в разное время жителями различных районов Краснодарского края. Южнороссийская икона имеет ряд особенностей, отличных от других русских школ. При этом она духовна и канонична. Это не характерно для русского подописания сюжета. Он не часто встречается. Самый яркий представитель, наверное, какого-то изображения новгородской канонической школы 15-16 веков, а у нас здесь 19 век, но тоже очень близко. То есть следование канонам, традиция, но не особо распространена, то есть редкая. Для православного человека икона была и остается глубоко почитаемым предметом. Икона – это особое тонкое искусство, искусство духа. Сотрудники музея сформировали выставку не только из икон. На выставке представлены богослужебные книги, священническое облачение, а также литургические предметы. На этой выставке представлено более 400 предметов из фонда хранения нашего музея. Одна из основных задач выставки «Святыни земли Кубанской» – показать и рассказать на основе экспонатов музейной коллекции об основных вехах в истории христианства и о главных христианских праздниках. На выставке представлены исторические фотографии православных храмов Кубани, построенных и освященных в XIX веке, а также возрождение православия на Кубани в 90-х годах XX века и строительство новых храмов. Я поздравляю всех с открытием этой выставки и желаю, чтобы каждый, кто ее посетил, унес с собой в душе и сердце самое главное, что Христос и есть тот, который победил добром зло, истиной ложью. Мы должны помнить, что Христос и есть победитель. Вот пусть эта победа, победившая мир, даст каждому из нас силу и помощь на нашем жизненном пути. Oh.